Вибачте. І главне... Собі шукає любов. В стране и присоединиться к этому празднику. Массовый спорт – залог здоровья и развития нации. Yeah!
на 79-й минуте матча. Гол в ворота команды «Горин». Гол ворота команды «Батэ» забил номер 9 Александр Кармицкий. Как «Батэ» мы не играли. Я считаю, что по стилю мы с «Батэ» примерно две одинаковые команды по стилю. Обе команды использовали одну и ту же тактическую систему, поэтому мне, как человеку творческому, был важен не только результат. Мне было важно в этой игре посмотреть, как команда поведет себя в обороне, как команда сыграет в атаке, как мы будем действовать в переходных фазах. Ну и могу сказать, что многое сегодня мне понравилось. Ну а больше всего, конечно, понравился характер команды. Поэтому у нас был тяжелый и зима тяжелая, пришлось комплектовать команды. И март-апрель такой было, нам нужно было сыграться. Поэтому, как говорится, сейчас я надеюсь, что мы набрали ход. И, естественно, довольны игрой и результатом. Спасибо. Уже на берегу подошел Игорь Михайлович, как я говорил.